Обзор штамбовых хвойных растений хочу начать с лиственниц. Хорошие бюджетные варианты на небольшом штамбе 100-120. Так, в основном здесь у нас стивипер, он с голубым оттенком хвоинок. Очень красивые, хорошенькие, все ровненькие штамбы. Вот так выглядят малыши лиственниц. А еще очень интересные к нам приехали елочки плакучей формы, тоже на штамбе. По стоимости они у нас 5500. Вот такие красоточки. Штамп у них 60-70 сантиметров. Почки у всех распускаются. Хорошенькие, аккуратненькие для мини-садика. Так, лиственница кемпфера тоже на штамбе. Штамп чуть-чуть повыше, есть 100-120 сантиметров, есть где-то 1,30 м по высоте. Плакучая форма, сейчас они были подрезаны, сейчас нарастают, очень хорошие, пушистые, просто красотки. Много интересных пришло штамбовых форм сосен. Есть и Winter Gold, мопсик и вот такая интересная сосна, уже с шишками, красивая игла. Штамп где-то около метра по высоте. И самые-самые красивые маленькие аккуратненькие штамбики. От 50 до 70 сантиметров сам штамп, есть и пихточка, есть миниатюрные елочки привитые. Вот такая Мэри Брум сорт есть тоже на штамбе, голубая елочка привитая, карликовая. Ну вот эти малышки, конечно, просто-просто чудесные. Почки распускаются, хороши. Такие штамбики. Еще есть несколько интересных лиственниц на небольшом штамбе. Сорт Little Bugle называется. У них такие закрученные веточки кудрявые. И лиственница Пирамидалис тоже на небольшом штамбе. Вот отсюда, наверное, будет виднее. По 5000, не